мне вот сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Ну, понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома, в Минске. Там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много. Так что это вполне. Ну, мы с ним договорились, вполне оправданно. Но мы договорились, что с ним мы увидимся и поиграем вместе. И на лыжах покатаемся.